Говорит Йордан Стайков по имени отчества Николаев. Передаем сведения из Руси. Вот. У меня было видно, да, уже приготовлю еще, может быть, 8-9 роликов. Ну, был в больнице. Обрезывание делал сам собой. Необходимо это было, уже сказал. По-всячески. И духовном меры, и чисто здравословно, так у меня положение получилось. Вот. Ну, получается следный. Тот шут, Джокер, да, Хитлер, такой смешный мальчик из Австрии, там Тирол какой-то, да, может быть. Вот, он и так и выглядит, смешно, конечно же. А как получилось, что журналист какого-то стал Михаил? Нет, проблем не у наших Михаилок. Мужчины, славянские, большие рус. Не у Михаила, что... Ну, министр экономики, не у того, которое я так из Гара, который я люблю как исполнитель, с хорошей музыкой, да, за милых дам. Вот, проблем Михаила, женские. И как это получилось? Ну, легко же, племянница, так как и у меня, это предатель такой. У него она, ну, она, да, там причинно-следственная связь, конечно, она скажет, ну, меня это придумали делать те баба-яги старые из, я не знаю, из те общества серые, да, которые мы так уже познакомились с ними. Это предатели из Кремля и предатели из Германии и Индии, и везде те, которые... Ну, многие из них, так что не можем знать это, если это масоны, если Ротшильды, или если что-то другого, да, иллюминаты и прочее. О, она его сделала, всю войну начинать, племянница. Вот, Михаила, да, Михаил, это что все, а не Михаил.